В Химках продолжают работу по замене старых пандусов и установке новых. Откидным подъемом оборудовали подъезд дома номер 8 на Мичуринской улице. На монтаж такой конструкции ушло 1,5 часа. Сталь, оцинкованная сталь, 1,6 мм. Если толще делать, просто девушки не подымут его, он будет тяжелый. Вот. На срок, смотря как эксплуатировать, если будут грузчики таскать кирпичи на нем, то он быстро поломается. А если коляски, то почти вечный. Более плотный пандус толщиной 3 мм установили на крыльце дома номер 8 по Ленинскому проспекту. В рамках губернаторской программы «Доступная среда» жилые дома городского округа стали доступнее для маломобильных граждан. За летний период сотрудники МПД с ЖКУ отремонтировали больше 50 пандусов. Пандусы в городском округе устанавливаются по решению общих собраний жителей. Они имеют разные виды. В данном доме установлен откидной пандус. Также они есть электронные. Устанавливаются для инвалидов в жилых домах, где это позволяет площадь. Либо просто устанавливаются стационарные пандусы в зависимости от подъездов. Оставить заявку на проведение работ либо при аварийной ситуации можно круглосуточно через единый центр обслуживания МПД с ЖКУ по телефонам 8 495 108 37 70 и 8 495 108 73 70.